На искусственном поле стадиона «Торпедо» состоялся турнир, посвященный памяти заслуженного мастера спорта Федора Черенкова. В борьбе за главный приз соревнований – кубок знаменитого спартаковца – приняли участие футбольные клубы Люберецкого района. Идея провести в Люберцах турнир в честь великого футболиста напрашивалась сама собой. Федор Черенков много раз приезжал в наш город на игры ветеранских команд, сначала «Торгмаша», а затем и «Торпедо». Сохранить память об этом замечательном человеке и спортсмене – вот смысл подобных соревнований. И это, будем надеяться, станет еще одной доброй традицией, каких немало в нашем районе. Очень волнительно и очень приятно, что одна из традиций – помнить своих спортсменов. Помнить людей, которые своими достижениями, своей работой, да и только благодаря тому, что они были рядом с нами. Он знаменит не только как футболист, он знаменит как человек. А это, я думаю, это самое в жизни, это самое главное. В турнире приняли участие лучшие футбольные клубы района. Первыми в борьбу вступили мастера кожаного мяча красковской команды «Синие стрелы» и октябрьского «Болятина». Поначалу игра шла на равных. Однако вскоре красковчане перехватили инициативу, которую не упускали до финального свистка судьи. Октябрьцы лишь один раз смогли поразить ворота соперников. Итоговый счет матча 4-1 в пользу «Синих стрел». Право играть на кубок Федора Черенкова – большая честь для любого спортсмена. Футболисты, принявшие участие в турнире, восприняли его как серьезную проверку своих профессиональных игровых навыков, отдав должное важности проведения таких соревнований. Во-первых, для того, чтобы собрать молодежь, поиграть в футбол. Во-вторых, вспомнить великого футболиста, великой команды. Ну и так, чтобы никто не забывал таких людей. Следующими на поле вышли футбольные клубы «Коренёва» и «Люберцы». Их противоборство оказалось гораздо упорнее, чем в предыдущей игре. Об этом свидетельствовал и счет, с которым закончился первый тайм – 0-0. Вторая часть матча тоже не выявила победителей, зато в послематчевых пенальти успеха добились футболисты ФК «Коренёва». По результату предыдущих игр в борьбе за третье место сыграли команды «Люберцы» и «Болятина». Люберчане победили со счетом 5-1. А кубок Федора Черенкова завоевали кореневские футболисты, в финале обыграв по пенальти команду «Синие стрелы» из Краскова. Ольга Щевелева, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение.